Позиция очень хорошая у Алекса, он уже увидел своего оппонента, видит одного, делает минус, открывается на втором. И ситуация 3 в 3, можно попробовать зацепиться. Алекс, как же хорош, Сауга, это эйс! Психиндер погибает, попытка прохода в длинный, здесь Зиву должен хоронить двоих, троих. Это было, ну как бы, ладно, на самом деле, наверное, нужно вернуться просто к архивам. Ну и деф залетает в пристройку, делает два фрага, также еще и минус от Кензора и Киндар, чистейший раунд. Агрессия от него здесь, это может быть ключом к раунду. Зиву, вот этот минус. Что это было? Нет, у команды есть характер, и сломать его на их выборе пока что не получается. Вот это лишнее, вот это лишнее. РПК забирает двоих, правда, есть минус от дефа. Ну и закуп у Team Vitality, это было очевидно. Оу. Отличное начало от Зиу. Какой же жесткий был фликшот. Итак, выход на РПК. Забрал РПК и Киндера, ну а дальше размен. И знаешь, ну нет. Приходит своевременно Зиву на помощь и, по сути, хоронит все шансы просто на взятие этого раунда. Да? Начнет конкурировать с топ-1, с тир-1, вернее, вообще. Ну вот Vitality смотрится как такая команда. И опять же, наличие Зиву. Опять же, кик Хэппи меня очень удивил. И я не могу сказать, что я там хейтер Хэппи, но просто у меня очень сильно горела пятая точка, когда я видел в исполнении Хэппи тактики 4+1. Так, неплохо. Фларич делает минус, забирает девайс. Есть возможность еще один фраг сделать? Нет. Здесь хороший фарм. Опять же, даже не фарм, а хорошая стрельба прежде всего. Не надо, Кензор. Хотя, неплохо. Это было красиво. Так, тут же отвечает. Вот, размен. Два красных там соперника. Ну что, просто надо брать раунд. 27 и уже мертвый Апекс. Значит, здесь и сейчас. Аркада верхнего пунта. Здесь два игрока в полном блайнде.